Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Без помидоров, огурцов и даже баклажанов мы точно не останемся. Крупнейший в Европе агрокомбинат «Южный» в условиях западных санкций намерен увеличить свою продукцию. Коллектив «Русгидро» поддержал Карачаевский район в сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Они передали продукты и средства личной гигиены. Мы должны создать в муниципальных районах, центрах и так далее центры притяжения. Таким местом в станице Сторожевой является благоустроенная территория «Парк Единения». Свой улов наращивают и российские рыбаки. Заверяют, что дефицита рыбы на отечественных прилавках не будет. Опытные сельхозпроизводители, которые в аграрном бизнесе уже не одно десятилетие, далеки от панических настроений в связи с введением западных санкций. Запас прочности у нас есть, считает руководство крупнейшего в Европе и России тепличного комбината «Южный». Как главные овощеводы республики справляются в условиях нынешней турбулентности, в материале Фатимы Дауровой. Агрокомбинат «Южный» еще с советских времен является флагманом отечественной тепличной отрасли. Общая площадь составляет 148 гектаров, и по этому показателю он лидирует не только в России, но и в Европе. Годовой объем производства – более 60 тысяч тонн овощной продукции. Колосс овощеводства в условиях санкционного давления не только придерживается запланированного производства, но и прогнозирует увеличить урожайность. Производство на сегодняшний день, запланированное в начале года, выполняется, работает около 2000 человек, которые также выходят на работу, также работают, выполняют свои обязанности. Мы сегодня уже собираем каждый месяц несколько тысяч тонн овощей. Мы как выращивали, так и выращиваем объемы. Те же, наоборот, еще и увеличиваем, и качество продукции улучшается. Санкционный вопрос затронул ценовую политику поставщиков. Рост цен наблюдается на удобрения и химические средства защиты растений. Некоторое беспокойство вызывает стоимость и наличие импортных составляющих, запчастей на специальное оборудование, которое обслуживает теплицы. Но здесь на помощь овощеводам приходит госбюджет и государственная поддержка по ключевым направлениям. На нас выходило правительство Карачаево-Черкесской республики с тем, что чем они могут нам помочь. Мы озвучили им все эти моменты, которые изменились. Основное у нас в разделе выращивания овощей держит газ. Газ на сегодняшний день очень дорогой, и они сделали акцент на газ, и зампредседателя правительства все, что будут помогать нам и сделают все, что возможно, чтобы мы не почувствовали расценки и события на поставку. Вкусовые качества томатов и огурцов давно пленили жителей не только Карачаева-Черкесии, но и крупнейших мегаполисов страны. 4 года назад «Южный» стал выращивать баклажаны, которые на сортоиспытаниях показали себя с наилучшей стороны. Экзотический сорт «Бьонсе» отлично прижился на закрытом грунте. На площади в 1,5 гектара 2 раза в неделю рабочие собирают почти 15 тонн овощной культуры. Под оборот баклажанов выделено всего 12 гектаров. Венера Дураева – главный агроном агрокомбината «Южный» за 19 лет работы на производстве уже на уровне инстинкта чувствует каждое растение. С увеличением световой зоны, с увеличением дня, долготы дня, этот тоннаж будет увеличиваться. За счет того, что мы уходим в весну, в лето, мы будем его все больше и больше собирать. В общей сложности мы те поставленные задачи и цели, плановые цифры, мы их должны достигнуть, как и в прошлом году мы собрали тот урожай, который мы планировали. В «Южном» имеется свой рассадный комплекс, развивается собственная биолаборатория. Ежегодно проводятся сортоиспытания, число гибридов увеличивается, внедряются в производство гибриды нового поколения. Качество продукции предприятия подтверждено дипломами крупнейших продовольственных выставок России и мира. Попробуем обязательно. Попробуйте, попробуйте. Как летом у бабушки в огороде? Мы вообще обработок этих не делаем, здесь они чисто экологическая продукция.
без обработки у нас работают шмели, опыляют. Поэтому здесь никаких химических обработок мы всяких не делаем. Единственное, делаем обработки профилактические от болезни, все так. А так, действительно, они вкусные помидоры. Сорт Фаберже, сливовидные. Мы уже второй год выращиваем, они очень налитые. Продукция комбината представлена в крупных торговых сетях страны. По словам заместителя гендиректора Мухаммеда Аубекова, роста цен на свежие томаты и огурцы не будет. Наоборот, ожидается сезонное снижение. Особое внимание руководство комбината также уделяет благотворительности. Свежие овощи поставляются в детские дома и районные центры республики по запросу муниципальных администраций. Фатима Даурова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Доме правительства состоялось очередное заседание комиссии при правительстве Карачаево-Черкесии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участники встречи под руководством заместителя председателя правительства Дмитрия Бугаева обсудили вопросы организации досуговой деятельности, работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Также на заседании обсудили план работы комиссии на предстоящий год. По итогам приняли ряд решений, которые были зафиксированы в протоколе. Научное сообщество понесло невосполнимую утрату. Ушел из жизни тюрколог с мировым именем Сосланбек Якубович Байчоров. Доктор филологических наук, действительный член Международной тюркской академии, член Союза журналистов и писателей СССР. Родился Сосланбек Байчоров в ауле Верхняя Тиберда. Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет. Работал корреспондентом газеты «Ленин и Байрагы». В 1972-1977 году учился в аспирантуре Института стран Азии и Африки при МГУ и защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию «Древнетюркские рунические памятники Европы». Результат многолетнего исследования эпиграфических памятников на материалах многочисленных разведок и экспедиций. Суслан Якубович – автор более 150 научных и методических трудов, в том числе нескольких монографий и учебных пособий, автор 7 поэтических сборников на карачаево-балкарском языке. 6 апреля ему исполнилось бы 85 лет. Гидроэнергетики Карачаево-Черкесского филиала Русгидро передали продукты питания, предметы личной гигиены в пункт приема гуманитарной помощи. Сбор средств для покупки самого необходимого для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик поддержали руководство и коллектив филиала. В первую очередь приобрели продукты длительного хранения и средства личной гигиены. Груз гуманитарной помощи был передан в пункт приема, расположенный в здании администрации Карачаевска, из которого он будет перенаправлен в пункты временного размещения в соседних регионах, а также для оказания адресной помощи беженцам, разместившимся у родственников Карачаева-Черкесии. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 5, в горах до 5 градусов мороза, а днем 17-22 выше нуля и местами до плюс 14. В Черкесске без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3-5, днем 19-21 градусов тепла. С 6 по 9 апреля более 300 производителей и поставщиков мебели, комплектующих, фурнитуры, оборудования для деревообработки и мебельного производства на выставке «Юмитс». Найдите актуальные предложения для вашего бизнеса. Краснодар, Экспоград Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду «Юмитс» на сайте «юмитс.ру». В Кисловодском цирке каждые выходные московское шоу-программа «Джемели». Для жителей Карачаево-Черкесии при покупке билетов на сайте цирка и по промкоду «Шоу-цирк» действует специальная скидка 200 рублей на каждый билет стоимостью от 1 до 1500 рублей. Гастроли шоу-программы «Джемели» продлятся до 17 апреля. Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке «Дары Камчатки» с 30 по 3 апреля в Доме предпринимателя, город Черкесск. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем.
привольно раскинулась между речками Бежгон и Кефарь, станица сторожевая. Основанная в 1858 году и уже второе столетие, она расширяется и на сегодня является одним из самых больших населенных пунктов республики. О позитивных изменениях, заметных в станице последние годы, репортаж Аллы Динаевой. Парк Единения, так называется благоустроенная территория в центре станицы Сторожевая, рассчитанная для проведения досуга людей. Лавочки, горки, качели и тренажеры появились здесь несколько лет назад. А в этом году решили территорию дружбы и отдыха сделать еще просторней. Эта зона, которую мы сейчас реконструируем, она будет соединяться с той зоной, которая уже функционирует, уже отремонтирована. Здесь забор будет частично убираться на территории Дома культуры, чтобы отсюда свободно можно было переходить на ту зону. И здесь работы по благоустройству уже идут. А так как тут установлены три памятника и рядом находится Сторожевская участковая больница, планируется, что территория парка будет более тихой зоной для отдыха, чтобы люди, которые проходят лечение, могли здесь прогуливаться, делится глава Сторожевского сельского поселения Султан Чучаев. Также предусмотрена здесь площадка для воркаунта. Это турники для младшего возраста детей и уже взрослых детишек, которые уже серьезно занимаются. Благоустройство станицы начали в 2016 году, а завершить все работы и реализовать планы помогла программа «Комфортная городская среда», рассказывает глава станицы Султан Джамалович. Дать новый импульс развитию муниципалитета помогает федеральный проект. Рашид Борисович это повторял, говорил, что мы должны создать в муниципальных районах, центрах и так далее центры притяжения для молодых, для старшего поколения и так далее. То есть вот благоустройство нашей парковой зоны, это необходимость. Необходимость. И в этом плане мы заявились на программу «Комфортная городская среда». Нас включили в эту программу. Площадь этого участка парка Единения в станице Сторожевой примерно 50 соток. На 30% работы по благоустройству уже проведены, рассказывает АОС «Бавов», прораб строительной фирмы «Новый век». Если все будет идти по плану, то к концу мая для большой и дружной интернациональной семьи станицы Сторожевая численностью порядка 8 тысяч людей будет благоустроено место для досуга. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Политика импортозамещения дала российскому рыболовству внушительный импульс. Отечественные производители получили естественное преимущество по реализации своей продукции. Российские рыбаки наращивают улов и заверяют, что дефицита продуктов на рынке не будет. В широком ассортименте в Черкесске представлена рыбная продукция на традиционной ярмарке, которая открылась сегодня в Доме предпринимателя. Светлана Шаганова расскажет подробнее. И вот она, наша российская рыбка из богатых водных ресурсов Камчатского края. Лучшие деликатесы перед вами на прилавке. Всеми любимая селедочка, богата витамином D и омега-3 жирными кислотами. В ней их даже больше, чем в семге и форели. Регулярное употребление селедки позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему. Мы снова приехали в Карачаево-Черкесскую республику. Очень рады видеть обратно наших покупателей постоянных, которые к нам всегда приезжают, приходят, покупают нашу продукцию, свежайшую продукцию, которая цены остались те же, которые до Нового года, ничего не прибавилось, ничего абсолютно. Вкусная также рыбка наша чавыча, которую вы знаете, очень полезная аминокислотами. И палтус очень жирный, вкусная рыбка, деликатес считается, диетическая рыбка, может кушать любому человеку. Она очень жирная, но она считается диетической рыбкой. На прилавках вы найдете все самое вкусное и полезное. Здесь тихоокеанская крупная рыба семейства лососевых кижуч. Его коптят исключительно на натуральных опилках. Белорыбица богата йодом. Регулярное употребление рыбы способствует очищению организма от токсинов, улучшает обмен веществ. Наивкуснейший палтус, популярный уже голец. Кстати, он водится только в реках Камчатки. Ну и как же без чавычи, семги, горбуши, киты и скумбрии. Да и консервы здесь самые настоящие. И вот она, королева ярмарки, наисвежайшая красная икра. Уважаемые наши покупатели, мы приглашаем вас на нашу рыбную лавку.
Мы работаем до конца недели, включительно воскресенье. Найти рыбную лавку очень просто. Дом предпринимателя на Горького, 8, центральный вход. Мимо такой аппетитной рыбки пройти невозможно. Успейте до конца недели заглянуть к нам в гости. Светлана Шаганова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас информационный вечер продолжит программа Владимира Соловьева. Оставайтесь на канале «Россия» и ждите вестей.